А для начала подпишись на канал и поставь лайк. Стример Никоглай со слезами на глазах рассказал, что из-за запрета родителей Ивана Золо завершает совместные стримы с 17-летним тиктокером. Звезда платформы Twitch, не сдерживая эмоций, объяснил, что не издевался над предположительно больным юношей, а позднее показал фрагменты переписок с его отцом. И будет со мной общаться и стримить, что он больше никогда не будет со мной разговаривать. Когда я пытаюсь с его мамой поговорить, она посылает меня нахуй открытым текстом. И этот взрослый человек, а, блядь. Это просто неадекватно максимально. Это максимально неадекватно. То, что я сейчас пытаюсь Ваню уже 50 раз позвать на эту трансляцию, что-то обсудить, что-то выяснить, он морозится. Короче, что? Походу, все. Походу, это конец. Потому что я не могу больше терпеть этот цирк. Вот эта хуйня. Каждые два дня я звоню его папе. Алло, Сергей, вот хочу провести там трансляцию с Иваном. И он объясняет, что его мама против. Я говорю, Ваня, давай проведем трансляцию. Он говорит, моя мама против. Я начинаю объяснять. Я плачу за это деньги хорошие. Вы зарабатываете деньги. Мы создаем невероятное, уникальное, крутое, интересное шоу. Это нужно не только мне. Трансляция с Ваней не только мне нужна. Она нужна и Ване. Каждый день происходит этот цирк, где я объясняю максимально очевидные вещи. Его маме, видимо, я не знаю, в одно ухо залетает, из другого вылетает. Вы знаете, на что ссылается вот его мама, папа? Вот недавно я встретился с его отцом, Сергеем, когда вот вживую мы разговаривали, и зачем-то они смотрят и реагируют на ролики в Ютубе про Ваню. А там ролики в Ютубе, где Ваню просто, ну, засирают. Засирают меня, Ваню. Там чуваки-ютуберы, типа, садятся, причем нонеймы, знаете, непопулярные нонеймы абсолютные, сидят с таким важным ебальником и говорят о том, что Ваня тупой инвалид, о том, что я там, ебать, зарабатываю на нем деньги, я его наебываю, я его там унижаю, оскорбляю. Каждый, сука, второй нонейм-хуесос записывает про нас ролик, а папа и мама Вани на эти ролики реагируют, и они не понимают, что эти хуесосы записывают эти ролики не для того, чтобы там глаза людям открыть. Они хайпят на никому не интересны. И они просто хайпят на нас, записывая вот такого формата ролики. Его мама и папа этого не понимают. Они ссылаются на них. Они мне кидают ролик какого-то нонейма, ютубера, где он говорит, вот, Коля кидает Ваню на бабки, Ваня, ну, Ваня там какой-то хуесос, что-то, вот прям оскорбляет Ваню и говорит о том, что я его кидаю на деньги. Я объясняю человеку, что, ну, вообще-то, таких роликов полно, и эти люди, их слово ничего не значит. Они хуесосы, они не знают, как что устроено, они просто хайпят. Людям, опять же, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Короче, как я понял, что мама, что папа Вани будут верить в то, во что они хотят верить. Его папа Сергей, он адекватный, он максимально адекватный. Он выходит со мной на контакт, мы общаемся, мы переписываемся, мы созваниваемся, мы видимся вживую. Блять, ебаный свет пропал. Мы видимся вживую, сука, да включите свет. Так вот, мы видимся вживую, мы... То есть, с его папой Сергеем у меня нормальные, а прекрасные отношения. Это что за фигня? Его мама просто, ну, ни в какую, ну, ни в какую не хочет со мной разговаривать. Она вбила себе в голову, что я самый злейший враг в жизни Ивана. Она вбила это сама себе в голову
и живет с этой хуйней в башке и ничего не хочет делать. Она полностью игнорирует факт того, сколько денег я ему скидываю, того, что все, что происходит вокруг Вани, это мои усилия в основном. Ванины усилия, конечно, тоже есть, но в основном это мои усилия. Она игнорирует тот факт, что все благополучие вокруг их семьи, все вот это вот движуха, что происходит в интернете, это сделал я. Ей тупо поебать на это. Она сказала, что я злейший враг. Все, значит, я злейший враг. Короче, я не знаю, что делать. Походу, стримов с Ваней больше никогда не будет. Их тупо больше никогда не будет. И типа, мы даже не проведем последний прощальный стрим. Я просто... У меня в башке одно желание. Сказать Ване: Ванек, слушай свою маму. Ты красавчик, ты справишься. Иди дальше. В свободное плавание, братанчик. И слушай, что тебе говорит мама, у тебя все будет хорошо. И отпустите его, пусть идет. Занимается чем хочет. Пусть идет на Твиче, стримит с кем хочет. А я пойду другой дорогой. Я буду заниматься стримами без него. Буду... Желает зла своего ребенка. Но мама не понимает, что она говорит. Она это не понимает, что это неправильно. Что настраивать Ваню против меня каждый день, держать меня за самого злейшего врага, это неправильно, максимально. Она просто этого не понимает и не хочет со мной разговаривать, как я не стараюсь. Ни Ваня, ни мама, никто вообще. Один его папа разговаривает со мной. Короче, обидно. Обидно, что так закончится наше общение. Я не могу больше. Я устал эту хуйню терпеть. Я больше не буду опять выяснять эти ебучие отношения. Опять стоять на коленях, молить: пожалуйста, дайте Ване постримить со мной. Пожалуйста, я заплачу вам много денег. У нас шоу, у нас... Я не буду больше этого делать. Типа все. Я заебался. Просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал.